Приветствую вас, дорогие мои зрители. Итак, прошло 2 недели. Сегодня 2 апреля. Вот так вот выглядит земляничка, пересажена 2 недели назад. Стояла она у меня на слабо освещенном подоконнике. Посмотрите, стаканчики запотели. У них у росточков парниковый эффект. Сегодня я буду переставлять эти росточки в контейнер большой и переставлять на подоконник, который очень хорошо освещается. А это моя земляника, которая стоит в таком контейнере уже 2 недели на хорошо освещенном подоконнике. Позже сниму видео. Отличие, как они отличаются или нет. Вот так выглядит земляничка в стаканчиках. Неделю контейнер у меня был полностью закрытый. Вторую неделю я начала потихонечку, по часу, по два, приоткрывать, делать маленькую щелку крышкой, приучать их постепенно уже находиться без крышки, без парникового эффекта. Сегодня я эти росточки буду подкармливать. Возьму вот такое вот удобрение. Называется Буцефал. Оно на основе конского навоза. Развела в 1 литре. 50 миллилитров этого удобрения. Вот такая вот бутылочка у меня получилась. И сегодня полью. И через 2 недели опять сниму видео, как выглядят мои землянички. Вот так вот отличаются росточки. Вот я добавила стаканчики уже подросшей землянички. Как я уже рассказывала, здесь в стаканчиках грунт разный. В эти стаканчики у меня были посажена земляничка в грунт для фиалочек уже готовый. А эта земляничка посажена была просто в торфяную смесь. Вот я поставила молоденькие росточки в контейнер. Контейнер приподняла, поставила коробочку, чтобы было поближе к солнышку. Здесь же у меня на подоконнике растет рассада помидор. Сегодня я закрою оба контейнера. Прошу прощения. А сейчас полью земляничку, которая уже 4 недели, раствором Буцефала. Кстати, за 2 недели я ни разу не поливала землянику. То есть влага в контейнерах сохранилась. Стаканчики не пересохли. Появляются уже новые листочки. Листочки, которые были маленькими, становятся крупнее. Я почему-то думала, что земляничку выращивать очень сложно в домашних условиях. Оказалось, что все возможно. Ну что ж, на этом буду с вами прощаться. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, кому видео было полезным. Увидимся через 2 недели. До свидания. Всем мира и добра.